Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушки под названием Зуба. И что, у нас закончился сезон, я думаю, начался новый. Я все-таки успел долапать пятерых персонажей на 1200, это такое небольшое у нас начало. И еще целая куча персонажей у нас получится на 1000 рейтинга, их тоже нужно будет до 10-го апнуть. И дальше двигаться. Давайте забирать награды. У нас очень много наград, все персонажи практически получили награды. В общем, сейчас будет такой прям лутовский. Ну, все-таки сотку скидывают. Говорили, ой, да мы пофиксили, теперь легче, в общем, забирать награды. Ну, типа, теперь легче двигаться по рейтингу, все дела, там теперь меньше снижения, да-да-да. Меньше снижения, чекайте, ребят, просто меньше снижения. Сотку как снимали раньше, так и снимают сейчас. Что они там делают, что они там пишут, непонятно. Ну, разработчики, как всегда. Кстати, скорее всего, сейчас разработчики делают новые штуки. Скоро, скорее всего, ожидаем чего-нибудь интересного. Я даже сам не знаю, что они там намутили. Поэтому будем ждать, что. Нам ничего не остается. Думаю, либо на следующей неделе, либо на этой неделе какой-то сюрприз будет. Ну, скорее всего, на следующей. Вряд ли они там сюрприз устраивать будут. Скорее всего, выпустят все как обычно. Ну, кстати, у меня на шелик еще не потыкано. Веселый шелик. Надо будет еда по тоже 1000 рейтингов. Надо, кстати, глянуть, ивент у нас закончился или еще нет. Так. Нет, они... Они что, еще один ивент запустили на 35 дней? Или что? Или я что-то не понимаю. О, кстати, скин можно на Лизе купить, красивенький вот такой вот. Ну, пока что не буду этого делать. А ну-ка, давайте глянем. Быстренько, у нас сегодня такой стрим. Стрим, да, шучу. Так, что-то я хотел. По поводу ивента. В магазин сейчас зайдем. Посмотрим, запустили ли они новый ивент. Потому что 35 дней это же вроде новый ивент, нет? Да, запустили они новый ивент. Вот это у нас старый получается. А вот это они новый запустили. Красивенький, кстати, новые скинчики добавили. И боксера Брюса добавили в качестве первого скина. Ну, миленько смотрится, миленько что. О, Лизе можно прикупить, вообще красиво, да? Ну, расценки такие же, как и были. События Дня Отца, кстати, к этому приурочено событие. Кончу тут там следы какие-то, какого-то мишки. Ну да ладно. Почему-то, кстати, вот странно то, что события вроде бы новые, да? А билетики какие-то такого же цвета остались, в общем, непонятно. Давайте откроем быстренько сундучки, чтобы они нам новые потом повыпадали. И пойдем сейчас прокачивать персонажа. Я, к сожалению, еще даже не знаю, кого прокачивать. Поэтому просто что-нибудь замутим сейчас. Что-нибудь интересного хочется прокачать, потому что, как бы, ресурсы есть, пора прокачивать. Так, в план мы потом зайдем. Посмотрим. Ну и погнали. Блин, обидно, что 1100 рейтинга получили. Но постараюсь взять 1300 всем. Или 1400 даже постараюсь. Ну, в общем, посмотрим. В общем, у нас есть вариант Луи прокачать, Бака прокачать. Кстати, вот Бака вариант прокачать мне очень нравится, потому что он такая жесткая имба. Прям... Не, у нас же еще Джейд есть. Но, блин, Джейд вообще не то. Вот, к сожалению, мне на Джейд еще не выпали достаточно ресурсов, чтобы прокачать его на 10-й. В принципе, можно сейчас 9-й взять. Немножко запотеть, им тоже 1200 рейтингов взять. Давайте так и сделаем. Все-таки Джейд у нас самый новый персонаж, она такая еще имба пока что осталась. Поэтому давайте ее прокачаем на 9-й уровень за 7000 голды. Жух. И у нас Джейд 9-го уровня. Красота просто. Ну и давайте выберем ее. Сетап я менять не буду. Хотя можно, в принципе, глянуть статистику. Статистику, да. Только сейчас мы ее приоденем, чтобы у нас было красиво. У нас же Джейд имеет скинчик. Скинчик вот такой вот крутой. Кстати, у нее еще новый скин появился. Скин гейши, да? Но он, кстати, тоже миленький такой. Мне, наверное, даже больше стандартный нравится, что ли. Смайлы у нас стоят. Хотя нет, один что-то не стоит. Странно, давайте посмотрим. И погнали. Быстренько чекнем рейтинг по Джейд. Хотя сейчас рейтинга нету, сейчас же сбросилось все. Ё-моё. По идее, сейчас все сбросилось. Хотя, мне кажется, уже кто-то уже набил. Ну, 1800 рейтинга, ребят. Только рейтинг сбросился, они уже набили 1800. Ну, понимаете, да? Не боты вообще, ни в одном месте. Не боты, ничего такого. Ну, через напалм играть, но это вообще забейте. Это капец. Серьезно, через напалм? Мне просто... Ну вот, типа, нормальный челик. Через ботинок, кстати, играют многие. Я видел даже челика, который играет через кофе, ботинок, в общем. Такого прям челика, которому не хватает ускорения на джейд, понимаете? Не хватает ускорения на джейд. Ну, у меня слов нету. Кстати, вот многие играют через напалм, не знаю почему. Ну, типа, знаете, закидываете, джейд бегает. Вариант такой, ну... Блин, я вот мне эта система, где все играют через напалм, немножко бесит в последнее время. Потому что вроде бы она и
фиксится легко теперь, потому что крем огнестойкости блокирует действие бомб с напалмом, да? А нет, смотрите, реально, они что-то, наверное, подпатчили, и уже заметно, что Джейд меньше по скорости бегает. Намного меньше. Вот сейчас чекнем просто, смотрите, вот начинает она бежать вообще незаметно, да? И только потом начинает свою максимальную скорость набирать. И хамелеончик так красиво убегает. Отдает мне дропчик. Мне это интересно, он сейчас возьмет аптечку или нет? А чего он не притянул, лол? Что за странный хамелеон? Блин, и убежал. У него, кстати, от ботинка ускорение. В общем, по поводу ускорений. Бля, какой наглый, лол. Вы видели, а? А у них в этой, в ульте аж ускоряется, да? У них же в ульте ускоряется все достаточно сильно. Ну, блин, сложно играть против этого. Против черепаха на дистанции не буду. Не буду страдать фигней, погнали. Против кого-нибудь более интересного подеремся. Кенгуру вообще по воде ходит, ему по. Вон у нас с ангельскими ботинками. Кстати, вот на кенгуру тоже ангельские ботинки неплохо смотрятся. Вот именно на прыгучих таких ребятах. Они прям заходят хорошо. Ой. Ну как-то мне не везет. Как-то мне не везет. Реально вот такое ощущение, что динамики на жизнь не хватает. Просто не хватает динамики и все. Сложно. Сложный геймплей что-то стал на джейд. Все какие-то хамелеоны убегают. Тут реально такое ощущение, все от тебя убегают, так... А вроде бы у тебя ульта на ускорение, да? Надо взять аптечку срочно. Ну, конечно, Никс ее успел взять первый. Ну, конечно, конечно. А чё нет? А чё, собственно, нет, да? Ну, блин. Знаете, это немножко, ребят, неприятно, когда челик нубас просто забирает твою аптечку на халяву. А почему он ее забрал? А потому что ему просто повезло, потому что у него персонаж такой, который может взять и забрать аптечку. Что он делает? Вот же больной черепаха. Вот же зараза, а? Ну как всегда, ну вот почему у хамелеона тоже такая быстрая забор аптечек, я не понимаю. Вот какого фига они так быстро забирают аптечки? Для меня это непонятно просто. Заберем сейчас стенку на всякий случай. Ну что, настал строй, я подожду. Черепаха мы почти развалили, он какой-то нубас оказался. Кстати, видели его? Спина затанчила, то есть, когда он спиной к вам повернут, он танчит урон, там у него пассивка есть. Я даже не буду отходить, я знаю, что черик сидит в кустах, толку от него мне. Подождем, когда кусты, ну, когда зона сблизится, и он сам к нам с кустов выйдет. Нас, верно, сразу юзну армор, чтобы немножечко, так сказать, прожить, вдруг меня шотнут каким-нибудь брюсом или львом, не знаю, чем-то можно шотнуть. Джей 9 уровня. Ну вот, кстати, черепах, как вы видели, нубасом оказался полным. Он просто слился в ноль. Он не смог вытащить. Ну. Ну и чё, ты когда выйдешь с кустов, а? Выходи. Ля-ля-ля, стоит. Ой. Вот нубас. Вот нубас. Просто такой нубас. У меня есть слов. Вот реально, на акуле сейчас бы слиться с легендарным... О боже, мне нет слов. У меня просто нет слов. Ладно, играем дальше. Джейд все-таки имба. Такая хорошенькая имба. Ну, смотря в каких руках, да. Я, конечно, на понтах хп выживал. Надо свалить со льда. На льду тяжело на Джейд играть. Потому что у челиков, у которых нет ускорения, оно у них резко появляется. Ну, конечно, он меня бахнул луком. Бахнул. Так, ладно. Побежим в ледовый дворец, наверное. Блин, кого-то тут видел. Наверное, не буду им мешать, хай себе развлекаются друг с другом. А мы сюда забежим, дропчик возьмем. Отлично. И, наверное, я с ними драться не буду, потому что сейчас нет смысла в этом. Какого-то такого прям сверхсмысла. Потому что я знаю, если сейчас на бака поирвусь, он мне может и шотнуть. Это же бак. С ним лучше шутки не шутить. Ладно, сейчас с хамелеонами можно повыделываться, а с баками не, с баками я не хочу. Кстати, вот это последние баги мне вот такие вот происходят. Мне это немножко доставляет. Прям бомбит конкретно. Так, вижу кенгуру. Вижу, тут кто-то хиляется этой.
Гоп, взорвемся. Ой, наглая морда, акул. Акулья. Ну, вы видели, ну. Это что только что было? Вот, ну, бас на акуле. Ну, зато, вот зато с косточкой, с косточкой. Понимаете, ребят, с косточкой. И еще один. Да вы задолбали тырить мои аптечки, ну. Просто, ну просто, как же бомбит. Как же меня от них бомбит. Ну просто каждый тырит мою аптечку. Как меня они задолстали уже. Ну просто в хламину достали уже. Ладно, не будем мешать хамелеончику. Да ну блин, ну вот просто, ну что у него в голове. Да задолбали вы меня. А еще зависла игра. Ну конечно, что нет? Ну, в общем, ребятки, меня, как вы понимаете, убили. Да. Не будем здесь, поехали в следующий бой сразу же. Ой, просто нет слов. Как-то мне не очень везло с тем, что по КД на меня нападали. Ну конечно, конечно. Вот просто у него есть дроп, у меня нет. Почему? Потому что. Луис кофе, а че нет? Чё на Луи не хватает, вот скажите, да? Кофе не хватает. Конечно, кофе, блин. По-любому, вот кофе самый нужный артефакт на Луи. Вот просто без кофе, как же без кофе играть? Вообще непонятно. Как люди без кофе играют на Луи, непонятно. Наверное, это... Наверное, супермонстры, которые умеют играть без кофе, просто. У меня нет слов. Вот Луи, он без кофе спокойно играется. Вообще ноль проблем. Да иди ты нафиг, наглая морда! Ну просто как же они достали эти хамелеоны, ну каждую катку одно и то же. Подходит в тупо в наглую и тырит аптечку. Ух, бесит. Ну, хотя это геймплей, но очень меня сильно бесит этот геймплей. Тупо минус Луи. Ну объяснил я ему. О, кстати, Никс умный. Вот почему они... Почему вот хамелеоны этого нет? Почему многие ребята вот просто не могут взять и уйти на лоу хп, да? Вот вроде бы это же адекватно. Нет, они просто бегут, лезут на меня, агрятся, хейтят и все такое. Ну ладно. Кстати, вот этот Луи в итоге получил по заслугам. Ну как бы. Дубак, слушай, а ты куда лезешь, а? Бачинский, блин, приперся тут тоже, агрится на меня, с ульты. Ну как-то, правда, по-другому совсем ульту выкидал, но это не важно. О, скипик, надо валить. С гранатами, понятно. Просто. Надо уничтожить этого... сверхразумом. Так, чекаем, ребят, чекаем, 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 чекаем. Блин, он же отпрыгнет сразу. Врываемся. На тебе, мудила. Ладно, извиняюсь, ребят, за немножко агрессию, но у меня прям бомбит. Прям бомбит из-за того, что, ну, как бы... Просто челик играет через гранат с топалмом. Мне из этого бомбит. Бомбит из-за того, что он играет на персонаже, на котором это... не приносит такой большой пользы, как бы, и он все равно берет это и как бы и вынуждает меня типа крем огнестойкости использовать. Ну я не буду этого делать. Ох, ну бомбит, ух, бомбит. Ничего, мы до скипика еще доберемся. Ну как вы видите, спокойно выживаю на джейд. Вот джейд такая штука хорошая, это то, что она может шотать. Это не пофиксили у нее. И тех же, как вы видите, Луи там 10 уровня развалить в хламину спокойно можно. Давайте возьмем бомб, гранату. Я, в принципе, не особо страдаю, как бы, из-за проблем каких-то, но все равно с гранатой попиять не будет. Ой, черепах, черепах, ну... Как он это делает? Как он живет до сих пор? А? Ты че живешь еще? Какой черепах странный. Никс тоже очень странный, в принципе. Меня просто на пофиг делает, вот, ну потому что хочу победить. Вот вы поняли, ребят, куда попал этот... Я, кстати, сейчас проиграю, чекайте. Нет, не проиграл. Фух! У меня, короче, дробовичок, который выстрелил, да, он не нанес урона. Ну вы это все видели, вы можете на паузе это посмотреть. А чё нет? А чё он должен наносить урон, да? А потом мне пишут в комментариях, да ты чё, нету в этой игре багов, ты чё, все на баге сливаешь? Да, вообще, чё я на баге сливаю? Вообще. И правда. Просто челик юзнул что-то, да, армор в эту секунду юзнул, наверное, скорее всего. Я просто этого не заметил, потому что это было моментально по времени, да.
панда, пятый уровень, понимаете, он даже дроп еще не взял, но он уже агрится. Уже агрится. Ну вот просто он не может без этого. Вот ему надо было загриться на меня. Ой. Ну а чё, такие вот ребята в этой игре играют, да. И им только дай повод, они сразу начинают агриться. Сейчас лук меня, конечно, выстрелит, но ничего, это не страшно. У нас есть еще тут две аптечки. ХПшки, в принципе, не ушло особо. Я, наверное, пойду за этим ботом, еще с ним разберусь, чтобы аптечка не досталась противнику. Итак. Я видел, как дофига там народу было вот здесь. Если я сейчас туда пойду, то я, скорее всего, могу там победить парочку человек. Но, как говорится, успех он так не приходит. Поэтому надо идти чуть-чуть более покемперить, чуть подольше. Вот тут вот отдохнем, посмотрим на эти красивые зеленые кусты. Посмотрите на эти зеленые деревья, какие они красивые. Их тут аж 5 штук стоит, один камень. Да. Ладно, суть не в этом, я просто жду, когда челики выбегут с этих кустов. И ворвусь на них. И ворвусь. Мы же тигрицы, мы же выпрыгиваем из кустов, все дела. Вот, кстати, могли бы карту новую сделать. Вообще, разработчики могли бы добавить карты на постоянку. Парочку, там, к примеру. Чтобы в игре было разнообразие чисто стилистическое, да? Вот не надо, в принципе, в игре такое огромное разнообразие делать. Блин, надеюсь пройдет. Ну, пожалуйста, на соединение, ну не отваливайте. Ну почему сейчас, ну почему? Ой. Как всегда. Так, ну я в игре, короче, ребят. Все плюс-минус нормально. Здесь у нас Никс. У меня опять соединение отвалится. Ну, мучу, что могу. Никса убиваю, у меня сразу отлетает соединение, конечно же. Конечно же, а чё нет? Вот я не знаю, что это. Возможно, это у меня, возможно, все-таки нет. Акула это, конечно, проблема, но проблемы акулы свои есть. В плане того, что... кенгуру. А ты хорош, кенгуру. Я, кстати, ошибся. Очень сильно. Блин, опять ошибся. Да ё-моё, чё я так ошибаюсь? Да лол, да что это такое? Какие тайминги? Ай, блин, я, короче, не могу. Вот знаете, в чем была моя единственная ошибка сейчас в этот момент, которая вот это к всему этому привела? Я когда выходил с этой... С этого мостика, вот этого мостика, блин, в воду за кенгуру, я не успел прожать ульту. И чтобы ускориться и пробежать в воду быстро. И все, и на этом все закончилось. Просто. Ну, конечно, еще возьмем под учет то, что меня дважды выкинуло или трижды, да? Просто немножко туплю. Уже задолбался из-за всех лагов, все остальное. Наверное, сейчас будем заканчивать, ребят, потому что уже все. Я уже не могу, короче. Это ластецкая катка. Меня просто уже конкретно бомбит от этой игры после вылетов, после всего. Ну куда ты убегаешь? Ну вернись, акуленок. Ну умри ты, наконец-то, умер он. Фух, а то я же уже подустал. Я пока не палит, этот дроп соберу, потом пойдем залезем. Раз, два, три, все, погнали. Привет, Лизи. Как жизнь? Молодая. О, бачок, а чё ты пришел? Сильным себя почувствовал, да? Почувствовал, наверное. Немножко задефаемся пока что. Пингвину надо будет рассказать, чё он... А чё это... То есть вы видели, да? Ага, у меня соединение резко отвалилось, понимаю. А, уже вернулось. И стало максимальным. Ну, бывает, чё. Что-то я приуныл. Что-то делать ничего не хочется. А делать надо. Ну ладно, погнали, что-нибудь замутим. Потому что дропа нету нормального, чтобы драться на финалке. На финалочке, чтобы драться, надо хороший дроп какой-нибудь. Хотя бы фулл серебро. Ну можно, да, без бронзы, конечно, но... Такое себе. Такое себе. Где все противники? Никого нет вообще. Да и дропа нету. Блин, нафиг я тогда на этого кенгуру ворвался. Такая ошибка была. Хотя нет, ошибка не была, все нормально, я замутил. Но ошибка была это то, что у меня... Ну, тут не нажалось... Ну, я не нажал ульту. Если бы нажал ульту, было бы совсем все по-другому. Вообще просто. По сути, другая игра была у меня. О, май, да тут прям... Уж что творят. Ладно, давайте не будем с ними веселиться там пока что. Пока что не будем.
Что он? Вот вы видели, да, Хамелеон просто с 0 хп врывается на меня. Вот зачем? Зачем он это сделал? Просто вот иногда вот не понимаешь, что там у них в голове. Можно сейчас вообще подефаться, как вот эта бочка, к примеру, посидеть, да? Павкой. У меня что, лагает? Да, лагает. Кайф. Ну просто я ничего не могу сделать, мне хлам лагает. Вот такой вот нынче геймплей, ребят. Я не знаю, это у меня или на сервере что-то. Ну хорошо, хоть бот уходит в этот. В инвиз. Я просто толпой забью. Мне просто толпой, посмотрите, с разных сторон. Хамелеончик пришел. Знаете, им просто друг друга пофиг, они даже друг друга не стреляют. Вот же гады, а. Просто бомбит конкретно. Ладно, ребятки, на этом будем заканчивать. Вот такие сегодня серии получились. Просто у меня горит конкретно от этой игры по максимуму. А вчера я реально набивал рейтинг, не было ни одной проблемы. Просто ни одной. Как записываю видео, так все, на тебе просто. И рандом отбитый, и то там... Ну, короче, вы понимаете. Ладно. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.